Всем привет, дорогие наши подписчики и просто наши гости нашего канала. Меня зовут Шалкар, и это компания Arbat Homes. Сегодня мы с вами находимся на балконе квартиры 3+1 и квартира от застройщика. Это район Тэджэ и наш любимый город Мерсин. В этом комплексе у нас представлена очень богатая инфраструктура. Это большой плавательный бассейн, а вернее целых три. Детский, глубокий и общевзрослый. Имеются горки, имеется сауна, хамам, фитнес, закрытая детская площадка и открытая детская площадка. Также имеется баскетбольная площадка, обширная открытая парковка, шлагбаум и камера безопасности. Напомню, мы сейчас находимся в квартире 3+1, площадью 150 квадратных метров брутто на 13 этаже. Здесь прекрасный вид на горы, прекрасный вид на море и квартира распашонка. Очень хорошо продувается, на улице сейчас у нас начало августа, очень жарко, но в этой квартире очень комфортно. Все потому, что продувается. Давайте мы начнем с этой зоны, где мы находимся. Мы находимся в гостиной, совмещенной у нас с кухней. Это все у нас от застройщика, натуральный камень, выкрашенное дерево, никаких пленок. Имеются у нас здесь доводчики. Да, доводчики точно имеются. Имеется большая терраса. Это, напомню, газифицированный район, и в доме уже активный газ. Застройщик уже поставил радиаторы и завел газ до кухни. То есть вам остается лишь поставить счетчик и котел. Имеются выводы под телевизоры, интернет, розетки, плинтуса, ламинат. Все это здесь есть. Выходы под кондиционеры, сложный потолок. Квартира очень светлая, с большими французскими балконами, с большими окнами. Мы сейчас с вами пройдем дальше, вглубь квартиры. Вы можете пока подождать там, я пройду до конца коридора. И вот такой у нас длинный холл. Эта планировка удобна тем, что у нас имеется три санузла. Мы к ним позже подойдем, а пока мы во входной зоне. Отсюда мы заходим в квартиру. По правую сторону нас встречает большой такой вещевой шкаф. Здесь вы можете оставить свои шляпы, кепки, очки, обувь и любую верхнюю одежду. Имеется у нас датчик движения. От застройщика у нас поставлены здесь фонари внизу. Проходя здесь, сейчас, конечно, лампочек нет и свет отключен, но это все загорается. Я живу в такой же квартире, только в 2+1 здесь в соседнем блоке. С правой стороны от меня здесь имеется турецкий туалет, а слева у нас имеется детская комната. В детской комнате пройдемте. Начнем мы с радиатора, который уже установлен, регулируется здесь температура. Имеется французский балкон, конечно, здесь ограждение. Это у нас прекрасные горы, а внизу мандариновые поля. Зелень, чистый свежий воздух. Окно у нас закрывается, открывается с двух сторон, имеются розетки. Комната не огромная, но очень удобная. По соседству у нас имеется еще одна комната. Это для еще одного ребенка, для гостей, либо можно сделать кабинетом. На этом балконе также имеется выход под кондиционер, радиатор и технический балкон. Технический балкон имеет выходы под внешние блоки кондиционеров, а также для спуска этого конденсата. Балкон небольшой, но для технических нужд более чем достаточно. Такое же большое окно. Можно сделать, кстати, из этого помещения очень удобный кабинет, кстати. Уже есть люди, кто так сделал. Напротив этой комнаты у нас имеется еще один санузел. Санузел полный, здесь не просто туалет. Здесь европейский туалет с душем. Имеется у нас большое вот такое вот зеркало, шкафчики, раковина. Это у нас, кстати, многие спрашивают, это для перекрытия горячей воды. Проходим дальше в большую родительскую спальню. Это главная спальня, ваша спальная комната. Выключатели на три зоны, это споты, леды, люстры, розетка. Имеется еще одна розетка с этой стороны, имеются, конечно, радиаторы. И самое, наверное, приятное, здесь будет чуть-чуть эхо, наверное, здесь у нас гардеробная комната. В
3+1 эти шкафы уже предусмотрены. Имеется выход на пожарную лестницу, открывается только с одной стороны, соседи к вам не проберутся. Очень удобно здесь хранить свои вещи, можно здесь еще шкаф заказать, места хватит вполне. Помимо этого, у нас имеется еще один санузел у родителей. У родителей имеется душ, достаточно вместительный, окно на случай проветривания, и имеется вот такой вот шкафчик. Я сейчас открою, вот он. Раковина, тумбочка. То есть данная квартира 3+1 имеет достаточно эргономичную планировку, распашонка. В данном случае эта квартира у нас смотрит на горы на восток, на горы на запад и на юго-запад на море. Три стороны, 13 этаж. В итоге мы имеем квартиру 3+1. На 13 этаже, помимо этого, у нас имеется еще несколько предложений, оно ограничено. Квартиры 2+1, 3+1 на разных этажах. Все они видят море и все они видят горы. Это район Тэджи, 500 метров до моря, сауна, хамам, фитнес, бассейн, парковка, барбекю и полный генератор. В этом доме у нас находится наш офис, проживают наши коллеги и я. Нам нравится этот район, давайте будем соседями. Обращайтесь по нашим номерам в шапке профиля, пишите на наши мессенджеры, и мы всегда будем рады помочь подобрать вам недвижимость. С любовью, Арбат Хомс, город Мерсин.